сидит там один. Скажи, пожалуйста, куда все подевались? Ку-ку! Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала. Сегодня на видео семейка Чихуахуа. Малыши у нас космонавты. Родились 12 апреля. В семейке 6 малышей. Один мальчишечка уже нашел свой дом. И на видео у нас 5 щеночков. 2 девочки и остальные мальчишечки. Семейка получилась очень темпераментная. Все активные, игривые хулиганы. Сегодня на видео покажем, как мы умеем стричь коготочки. Как обычно, взвешивание. Покажем зубки. Поближе каждого малыша вы увидите, что началась уже щенячья линька. По ней больше всего вопросов, что такое щенячья линька. Это детская шерстка, которая пушистая, такая легкая, меняется на взрослую, гладкую, шелковистую шерсть. Малыши на сегодняшний день уже получили первую взрослую комплексную прививочку от всех болезней. Осталась ревакцинация, ее повторить в 3 месяца. И, конечно же, малыши проглистогонены до прививки, всегда за 10 дней эту процедуру делаем. И пока малыши-малявочки примерно до полугода, глистогонить желательно раз в месяц. И это профилактика. Детский организм, как и у наших деток, он сложный и требует частой профилактики. Наших щеночков можно подробно посмотреть на нашем сайте. Ссылка у нас всегда размещена под видео. Выбирайте щенка, влюбляйтесь в него. За этой семейкой можно наблюдать бесконечно. Ну что, крошечки все в одной стороне, крупняшечки гоняют тут везде, да? Что такое-то? Что такое-то? Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Ти мой сладкий! Титонький колос! Миленький, тебя снимать, ух ты!
А тут небольшая подсказочка. Новые владельцы переживают, вдруг щеночек будет дома скучать. Так вот, дайте ему большую, хорошую игрушечку. Пускай он думает, что это дружочек. Посмотрите, щеночки его воспринимают действительно как друга. Видят носик, глазки. Все им интересно. А также щенки у нас разбаловались. Чтобы их немножечко успокоить, опять как и наших деток, нужно дать новую игрушку. Таким образом мы справляемся с нашими малышами. Что это они там делают, а? Куда забрались-то? Гороси. Что же это за такое-то? Малыш такой, а? Стоит, что-то смотрит. Ой. Да что же это такое? Вот это фотомодели. Что там за тусовка такая, а? Ну что, вот такой крошечкин, что ли? Ты заснул, да? Скажите, пожалуйста, самый хулиганчик. Так, по весу, малыш. Ну-ка, вставай. Ух ты ж, 850 граммчиков. Вот такой крошкин. Так, ой, зубки. Прикус правильный. Начал линять уже. Мой золотой. Вот такой сладкий мап. Так, ну, братик-квадратик. Ух, тоже как линяет. Вот такой вот прозрачненький. По весу малыш 770 грамм. Зубочки у нас тоже все хорошо. Ой, молодец, да. Только вот прям такой вот линяющий сейчас. Линяющий. Вот они все крошечки вам собрали. Вот она, девочка, сестричка и мальчишечки. Они самые мелкие. Вот такие. Так, маленькая Ляля. По весу малышка. Ух,
800 граммчиков. Вот такая красавица. По зубочкам. Вот они все прекрасные. Все хорошо. Малыши тоже начала линять. Но, конечно, братики опередили. Так, покажем сейчас, как коготочки-то стрижем. Ну-ка. Вот так мы стрижем коготочки. Мы совершенно ничего не боимся. Ну-ка. Так. Ой, умничка мой. Ой, такая умничка. Так. Сзади лапку. Видно, наверное, что-то. Вот умничку. Ну, еще одну лапочку надо, да? Как же нам так видно? Тут или не видно? Ой. Ой, молодчинка. Ой, молодчинка. Ну вот. Кто-то еще мне попался. Вот такая сестричка. Да? Так. Сейчас мы ее тоже взвесим. Тима, красавица. Так, по весу малышка. Опа. Кило 300. По зубкам давай посмотрим. Вот. Зубки хорошие. Ой, молодец. Ой, ух, тебе завернула. Дам у нас еще, да? Ой, тоже молодец. Тоже ничего не боится. Ой, пропустили пятый пальчик-то. Вообще детки бесстрашные, да? Вот. Совершенно бесстрашные. Ой, там хулиганят что-то, боже мой. Во, красота теперь будет. Так. Ну все, мы готовы. Мы готовы. Ой, молодец. Ой, молодец. Братик-квадратик. По весу, малыш. 200 кило. Пазу. Ой. Ой-ой-ой. Все хорошо. Да? Все хорошо. Крася. Тизотик сладкий. Малыш Риналь тоже покажет, как он коготочки стричь. Не боится. Ой, молодец. Ой, молодец. Коса, да? Вообще у нас ничего не страшно. Ничего плохого мы ребяткам не делаем. Вот умничка. Ой, молодец. Так, давай лапеньку еще одну. Вот. Ой, миленький, ну ты же молодец. Ой, как молодец, замер. Еще одна у нас лапка имеется, да? Так. Лапка-то еще имеется одна. Давай. Вот так. О, чтобы удобно всем было. Самое главное удобство. И не страшно. Вот. Теперь мы с маникюром. Да. Ой. Как же жарко сегодня, ну надо же. Все с маникюром, все еще активнее стали, да? На улице жара жуткая. Ой, милый. Ты так умеешь? Вот это да. Собак, кверх ногами уже, о как.
Вот это самая маленькая порода в мире.